Сэр, вы это сделали? Вот здесь. Ну, нет. И вам лучше это убрать? Да, и вам лучше это убрать, а то кто-нибудь поранится. Отсылка на суперперцы. О, да. Я появился в своей субмарине, может меня кто-нибудь подобрать? О, как удобно. Потому что сегодня... Сегодня нам как раз понадобится субмарина. Только не путайтесь с тем местом с сэндвичами, где вынужден работать Брайан, чтобы получать бесконечные скидки. Он все еще работает в субмарин? Да. Вот именно. Ешьте быстрее. Оу, как это странно. Вы когда-нибудь видели падающие звезды посреди бела дня? Я приближу. При монтаже. Вам не кажется это странным? Ну, не знаю. Глобальное потепление... Ох ты ж, черт! Это коп? О, мой бог! Блин, чувак, глобальное потепление реально страшная штука. Парни, так вы за мной заедете? Это все из-за вот таких мудаков, которые все еще выбирают тачки на бензине. Из-за вот таких машин и происходит глобальное потепление. Ракеты падают с неба, то есть звезды. О, мой бог, как же мне хочется шмальнуть тебе в хлебало. А я использую этот электромобиль. Дроид, садись, забудь про байк. Но это мой любимый байк. Оставь этот байк. Да, нам нужно поторопиться, пока следующая случайная ракета не упала с неба. Чего? Куда нам нужно? О, нет! Нам нужно на пляж рядом с пирсом Санта-Моника. Погоди. Да, это было необходимо. Прям вот очень. Прямо, налево. Ох, черт, это все копы! Это все копы! О, мой бог, погодите, мне нужно немножко развернуться. Ага, ну да, о, мой бог. Окей, мои друзья умерли. Ну что ж, в принципе, я на месте, я появился на пляже, так держать. О, да, нам нужен карго-боб. Да, ладно, когда я буду готов, я вас подберу. Это желтая субмарина? Ага. Да, еще одна отсылка. У вас есть танк? Да. Если что, позвоните в Пегас. Давай. Как выпускать крюк? На F? Не-н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 е. Блин, мне теперь даже как-то немного стыдно. Нет, я нажал не ту кнопку из-за брока. Нет, о нет, да ладно. О, нет, это просто... Нет. Да, брок, какого черта, брок? Какого... Я пытался понять, на какую кнопку активируется защита от ракет. Он как будто взломал твой мозг. Да, я нажал не ту кнопку из-за брока, окей. Короче, брок, да? Больше не управляй его разумом. Я вообще молчу. Чтобы он больше не выпрыгнул. И не смотри на него. Чтобы он не сгорел. Садись в карго-боб. Или вертолет, как кое-кто мог сказать. А, ладно. Это прибавило бы нам лайков. Я просил вас подобрать меня. Да, и мы собираемся это сделать. Мы расправимся с глобальным потеплением. Мы собираемся вытащить глобальное потепление из моря. Окей. И показать вам... Кучу крутых штук. Чёрт! Ох, блин, но нет. Брайан. Человек за бортом. Это танк. Я знаю. Это танк не водонепроницаемый. Это опять Му. Чтоб тебя, Му. Простите. Да, он опять взломал мой мозг. Давайте. У меня лучший вид на все это. О, это происходит. Это же происходит. Давай, детка. О, да. О, мать вашу, да. Что происходит? О, да. О чем ты? Вау, осторожнее. Я ни черта не вижу в этом тупом танке. Я не хочу быть в танке, я хочу в карго-боб. Ну, ты мог сесть в карго-боб? Ты можешь пересесть. Секунду. Сейчас исправим. Эта штука двигается быстрее, чем я думал. Сейчас эта сучка отведает мой ствол. Ты хочешь подцепить ее за это крыло? Ага. Ох, черт. Оу, работает. О, нет! Она уже на берегу! Посмотрите на тех людей! Да, меня прикалывает, как эта компашка спокойно стоит у костра. И никакой реакции на то, что 300-метровая лодка выплыла перед ними. Что будем делать с этой сучкой? Куда ее закинем? Сначала вытолкнем ее полностью на берег. Может, к нашему дому? Если так хотите, второй карго-боб и еще один танк нам очень бы пригодились. Окей. И тогда ее можно было бы подцепить с двух сторон. О, нет! Брайан, ты утопил еще $1 миллион. Нет, все в порядке. Ты знаешь, сколько стоит военный танк? Ничего, зато вертолет цел, все хорошо. Вот оно, вот наш шанс. Да? О, нет. Экстремальный спорт. Хорошие новости в том, что я теперь полностью на пляже.
Ах ты ж сукин сын. Сегодня на пляже была найдена необычная находка. Неизвестная субмарина. Какого... Танк решил побрейк-дансить. Это от твоего пинка? Окей, я на боку. Капец, этот танк колбасит, когда он под субмариной. Какой сильный танк. Вау! Я теперь вверх ногами! О нет, я хотел вернуть ее обратно! Ох, черт! Классно то, что у меня теперь хороший обзор. Я вижу все, что происходит. Кто это? Кто? Эй, эй! Эй! Эй, эй! Что, что это за русский парень? Кто это? Кто это, черт возьми? Ты этот парень? Да, кто это, а? Сейчас выясним. Сейчас выясним. Ах ты, сукин сын! Твою ж за ногу! Твою ж за ногу, Дмитрий! Дмитрий, почему ты не смог просто сделать свою работу? Да, я сяду в каргобоб. Пусть Ламар передаст им, чтобы они перестали надевать черные водолазки, как у Стива Джобса. В натуре. Этих грабителей довольно-таки легко распознать, когда из ниоткуда вдруг появляется русский Стив Джобс. Так, ладно, погнали, погнали. О да, когда-нибудь видели такое в Форсаже? Я так не думаю, Вин Дизель. Переворачиваем. Окей, теперь она в нужной позиции. Я пытаюсь вытянуть. Я пытаюсь вытянуть. Нужно было принять ту синюю таблетку. Давай, ты сможешь, ты сможешь. Давай, да. Да, вот так. Так держать. Да. Ништяк. Я на деревьях. Это домик на дереве из подлодки. Да. Дом на дереве из подводной лодки. Такого не делал никто и никогда в истории человечества. Домик на дереве из подводной лодки. Давай попробуем приземлиться на нее сверху. Черт, это просто жесть, чувак. Это реально весело. И она работает. Эван, ты летаешь? Да, Эван летает. Какого черта? А ты сможешь сесть обратно в лодку? Что ж, давайте посмотрим. Брок, Брок. Это было близко. Ты сможешь залезть в нее? Попробую. Готовы? Конечно. Ауч, не делай так. Я сказал, не делай так. Я же говорил, не делай так. Ау. Что? Написали, вы не можете войти в этой зоне. Вы не можете войти в субмарину, застрявшую на деревьях. Да, в натуре. Боком. Что ж, нужно попробовать утащить ее дальше. Она похожа на большую сосиску. Так и есть, так и есть. Она похожа на сосиску для хот-дога. Ее днище подходит по цвету как нельзя кстати. Как будто так специально и сделано. Ох, черт! О, да, 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 да. Да! Серфинг по деревьям. О, да, кажется, как Габобу наступает конец. Давай, еще раз. Подумай о Вин Дизеле, подумай о Вин Дизеле. Семья. 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 Ох, блин. Давай, детка, еще один толчок. Семьям свойственно разрушаться. Семья! Черт! Нет! 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 Му просто вылетел наружу. Срань господня. Нет! Как я умер? Так бывает, когда прыгаешь из вертолета? Да, так бывает. Нет, я имел в виду где? Я оказался на крыше или типа того. Это было неплохо. Может, затолкаем ее в аэропорт? Перекинем ее через ограду, чтобы она оказалась на взлетной полосе? Окей, вот и она. О мой бог, это еще одна сосиска. Это самая большая собачья писька, которую я видел. И поверь мне, я видел их кучу. О нет, это что, катсцена? Я не хочу смотреть катсцену. Что, ты ни разу не был на подлодке? Ох, нет. Думаю, что нет. Да, у него катсцена. Он был только на наших. О нет. Я не хочу говорить с этим засранцем. Окей, займитесь пока другими делами. Достаньте каргобоб. Ладно, парни, я плыву. Нужно, чтобы кто-то заказал танк. Я могу заказать танк. Вот так, вот так. Да, так держать, парни, так держать. Вот так. Я все еще жив, я все еще жив. Хорошо, хорошо. Окей, погнали. Вот так, вот так, вот так. Давай, чемпион, ты сможешь! Ты сможешь! Какого хрена? Брайан! Пец, он улетел! Я в порядке, я приземлился! С мягкой посадкой, Брайан! Я приземлился! Но проблему! Но проблему! Это было легко!
Вот только если вместо тебя была подводная лодка... А, да пошел ты! Не думаю, что с этой штукой так получится. Давай! Давай! О, нет! Брайан! Что ж, походу, теперь танку точно хана. И каркобобы, походу, тоже. Пегас забирает это транспортное средство. Ну и ладно, оно все равно уже не работает. Давайте, последняя попытка, последняя попытка. Автоботы. Последний шанс. Давайте, давайте. Танцуют все. Танцуют все. Да, танцуют все. Командная работа. Это слишком высоко для меня. Ох, блин. Что такое? Что такое? Что? Какого черта вы сделали? Брайан? О, да! О, да! Конечно, сразу Брайан! О, Брайан! Я слышал взрыв в этой стороне, и теперь моя субмарина, мой хот-дог исчез. Посмотри, кто был ближе к ней. Да, взрыв был прям там, где ты. Ах ты ж, членосос! Ну и что скажешь теперь? Эй, а меня-то за что? Ну, ты разбивал вертолеты. Ты разбивал вертолеты слишком часто, бро.